Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. Несомненно, одним из самых интересных и перспективных проектов сегодняшних дней является проект Bamboo. О том, что такое проект, и мы говорили в предыдущем видео, что представляет из себя проект, мы говорили в предыдущем видео. На сегодняшний день это один из самых успешных проектов, масштабных проектов в регионе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе для стран Юго-Восточной Азии. На мой взгляд, проект, безусловно, будет востребован, так как его основная задача, его цель – создание экосистемы здравоохранения нового типа. Это следующий уровень системы здравоохранения. Я уверен, подобные проекты будут создаваться, и тот, кто займет эту нишу первым, несомненно, будет иметь успех. Более подробно о проекте, о причинах его возникновения, о тех этапах, которые прошел проект, его становлении, есть предоставлена вся информация на сайте. А также белая книга, ссылки на эти ресурсы вы найдете в описании к видео. Кроме того, будет возможность задать через ресурсы, можно пообщаться в Телеграме, через другие мессенджеры для того, чтобы получить более подробную информацию, задать вопросы команде поддержки и получить исчерпывающие ответы по поводу проекта. В целом, вот основные принципы, точнее основные элементы, на которые будет опираться платформа Bamboo, экосистема Bamboo, будет включать в себя следующие элементы. Это мобильное приложение для потребителей, которые получают информацию о своих медицинских данных и о возможностях, которые они могут использовать для улучшения своего здоровья. То есть, вводя определенный набор своих данных, своих параметров, вы будете получать при помощи искусственного интеллекта и машинного обучения, будете получать достоверную информацию о том, что в вашем случае, ну, какие-то рекомендации, которые необходимо исполнять для того, чтобы поддерживать и улучшать ваше здоровье. Смарт-контракты, поддержка, смарт-контракт будет обеспечивать безопасность, страховку в блокчейне эфириума, чтобы предотвратить какое-либо мошенничество. Кроме того, на сегодняшний день заключено большое количество партнеров. На сегодняшний день это 25, в этом году были заключены договора с 25 партнерами и поставщиками медицинских услуг. Несомненно, здесь есть, ну вот, кстати, здесь есть непосредственно о токене мы поговорим позже. Здесь есть команда, посмотреть бэкграунд, который тоже можно на сайте. Ссылка на белую книгу также будет в описании к видео. Также я хотел вам показать партнеры. Вот. Чтобы ускорить разработку продукта и создать единую систему здравоохранения, мы также, разработчики, сотрудничают с крупнейшими компаниями Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть, как мы здесь видим, очень серьезные партнеры, которые, несомненно, будут продвигать этот проект вперед. В 2018 году также было очень серьезное достижение, собрано 5 миллионов долларов США, это, внимание, криптозима, 2018 год, было собрано, привлечено более 5 миллионов долларов США, и большая поддержка со стороны потребителей, более 2 миллионов потребителей, да, то есть людей, которые заинтересованы в этом проекте, в услугах, которые он предоставляет. На сегодняшний день уже собрано 10 миллионов долларов, практически собран хардкап, а всего, ну, как бы еще будут выпущены токены в количестве 100 миллионов токенов. По дорожной карте, с дорожной картой также можно ознакомиться на сайте.
Ну и, собственно говоря, вот конкретно о токеномике проекта, токены можно. Есть схемы распределения токенов, да, предоставлены на сайте. Непосредственно о токене. Стоимость одного токена будет составлять 4 цента. Токена Bamboo будет составлять 4 цента доллара США. Токен стандарта ERC-20. Принимаются самые различные криптовалюты. Всего софткап проекта 2 миллиона, хардкап 100 миллионов долларов, хардкап уже достигнут. В основном, вот что можно вот как-то подытожить для того, чтобы представить этот проект, что он из себя представляет, да? Bamboo — это основанная на блокчейне экосистема с механизмами интернета вещей и искусственного интеллекта, цель которых — устранить пробел в защите здоровья и системе здравоохранения в странах и здравоохранения и страхования в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2015-м, начав свою работу, появившись в 2005 году и получив название «Архипелага», компания выступила в роли международного страхового посредника. Уже в 2012 году они вышли на рынок ASEAN. С таким впечатляющим опытом 6 лет спустя «Архипелаг» запустил проект блокчейн-проект «Бамбу». «Бамбу» и недавно собранная команда начали готовиться к настоящей технологической революции в системе здравоохранения стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Опять же, достижением было получение 5 миллионов долларов в 2018 году, а в 2019, в этом году, компания привлекла 25 крупных партнеров и расширила свою сеть потребителей до более чем 2 миллионов человек. Причем эти люди, эти потребители, они пришли буквально в первый день со старта проекта. То есть, ну, это действительно говорит о том, что подобного рода проект, несомненно, востребован и привлечет к себе внимание. Сейчас есть возможность принять участие в пре-ICO. Стало еще много времени, 85 дней. Есть время для того, чтобы познакомиться более подробно с проектом и познакомиться более подробно с проектом и принять решение о участии в нем. Пожалуйста, знакомьтесь и присоединяйтесь. На мой взгляд, интересный проект, который, несомненно, ждет успех. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.